менее всего просты люди, желающие казаться простыми. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и поэтому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Церковь. Все это слово есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. Знание – орудие, а не цель. Бессмертие, разумеется, не полное, осуществляется, несомненно, в потомстве. Из всех усилий самое трудное – воздержание языка. Оно же самое необходимое. Можно делать добро, не имея полного знания того, что есть добро и зло. Мыслей так много может вмещаться в одно время, особенно в пустой голове. Жизнь есть неперестающее изменение, ослабление плотской и усиление, увеличение духовной жизни. Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен. Человек немыслим вне общества. Величайшие истины самые простые. Я серьезно убежден, что миром правят совсем сумасшедшие.